А тот, смотри, чувак бежит, видишь, зацепился за машинку нашу. И не дает нашей машинке ехать. Ах ты гад. Ох, нифига мы перевернулись, ты видел? Давай, давай. Опа, ускоритель у нас закончился. Давай, езжай, вперед. О, все, здесь, в это окошко сейчас заедем. Что здесь у нас? Тут тоже бензинсервис сейчас закончится. Ну давай еще хотя бы немного. Да, Дуда, плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру про зомбаков, зомбомашину. Что ж, едем? Едем вперед. Разгоняемся и мочим зомбаков, и надеюсь, мы в этой серии проедем до конца. У нас ускорения много, и мы его еще докупим. Также у нас и бензинчика достаточно-таки много для начала нашей игры. Но есть куда прокачивать еще движок. Вроде бы как движок еще есть, куда прокачать. Ну, сейчас посмотрим, проедем. Заработаем, конечно же, немножечко денежек. И прокачаем потихонечку, что-нибудь да прокачаем. Так, давай, машинка, вперед, едь. И вот здесь мы увеличиваем тягу. Ой-ой-ой-ой-ой. Не получилось, ладно. Давай здесь, опа, также не получилось. И мы катимся вниз, ну давай. Ах, гараж идем, смотрим. Да, движок еще у нас не прокачан. А так, в принципе, у нас прокачано абсолютно все. Ну что ж, прокачаем движок. Оу, ребята, мы прокачали полностью. Полный апгрейд, мощность двигателя. Офигеть. Поехали. Попробуем. У нас все полностью прокачана машина. Сейчас посмотрим, сможем ли мы проехать эту трассу до конца. А всего лишь мы играем, даже нету 2 минут, а машина прокачана полностью, это круто. Это очень даже хорошо. Так, снимается, но она в этом месте постоянно снимается, эта защита. В течение 40 раз, когда мы ехали, 40 дней мы ехали, и на каждый 40 день у нас скидывалась защита. Поэтому я не удивлюсь, если защита здесь опять упадет. Так, давай, поехали вперед, давай, давай, ускоряемся, есть, чуть-чуть. Чуть-чуть осталось, да, чуть-чуть не поднажали. Хорошо. Что у нас по бензину? По бензину еще дофига. По бензину даже, в принципе, половина. Хорошо, сейчас попробуем. Посмотрим. Ух ты, куда нас занесло? Что это такое за концерт? Что это такое еще за концерт у нас, а, ребята? Давай, машинка, давай. Осталось немножечко. В принципе, еще немножко, давай. Проедем, не знаю, как проедем, не проедем. Но здесь бы ускорение бы не помешало бы включать. Давай, сейчас сделаем небольшое ускорение. Опля, хорошо проехали, так, смотрим. Вот, пробили мы наконец-то эту закрывашку. Так, давай еще, да, полностью ускоримся, все. Ускоритель закончился, и мужичок бежит за нами, но он не успевает. Едем дальше, хорошо. Шош, ох, мы доехали. Нормально таки. И нас ждет новый автомобильчик, зелененький. Так, проехали. Еще, в принципе, много ехать. А вот у нас зеленый автомобильчик. И написано, что это дизельный. А, Petrol Motors. Petrol Motors. Прокачаем мы, давай ему сразу же топливный бак. Едем дальше и смотрим, что здесь интересного. Ух ты, смотри, какой прикольненький зеленый автомобильчик. Зомбачки. Так, не мешайте мне проехать. Машинка прикольненькая, мне нравится зелененькая такая. Вот, едем. Опля, все. Зомбаки наши повержены. Мы отправляемся до... Ух, нифига, смотри, сколько здесь. И это, зомбак зацепился за нами. Ё-моё, и бензин закончился. Давай, машинка, проезжай, сколько ты можешь проехать. Зарабатывать деньги. Деньги заработали мы 30 тысяч. Офигеть. Просто очень много. Едем дальше, пока ничего не покупаем. Угу. Едем. Что можно купить, что можно прокачать в этом плане? Только что бензинчик покупать. Но мы прокачаем сразу же пушку. Я хочу пушку на наш автомобильчик. Но для начала мы, конечно же, купим ускоритель. Да, а затем уже и пушку, и колеса прокачаем, и двигатель. Но сначала нужна нам пушка и ускоритель. Ну, наверное, ускоритель даже первый мы купим.
Вот он такой у нас ускоритель. Ага. Все покупаю. Нифига! Пушка стоит аж 235 тысяч. Нифиг ты себе. 235 тысяч. Нормально таки. Пушка стоит. Только у нас нету денег. Давай, машинка, едем. Сейчас мы сейчас испытаем ускоритель уже в конце, когда будет качаться наш бензин. Мы немножечко ускоримся и посмотрим, докуда мы доедем. Угу. Да, здесь мы проезжаем, и здесь у нас скоро заканчивается бензин. А мы включаем наш ускоритель и едем вперед! Ух ты! Прикинь, как мы доехали, нормально. Нам нужно срочно улучшать ускоритель. Вообще, 38 тысяч заработали. Так, ускоритель. Купим еще. Отлично. Едем дальше. С ускорителем вообще прикольненько получается наш зелененький автомобильчик. Такой вот монстриков мы гасим. Зарабатываем деньги. Давай, сейчас мы включим опять ускоритель, посмотрим, куда мы можем доехать побольше, подольше. Ну, ускоритель это больше у нас сейчас будет. Сейчас посмотрим. Сейчас мы проверим. Так, здесь вот аккуратненько нужно. Опля, видишь, этот проворонил. Не зацепил. Опа, давай, давай, давай. Все, ускоритель, ускоритель, быстрее, быстрее, быстрее. Ё-моё, ёлки-палки, мы на этом же месте остановились. Что у нас по деньгам? Ладно, едем дальше. Будем прокачивать. Я хочу себе этот самый, как его, автомат. Ну, автомат стоит вообще сумасшедшие деньги, чтобы автомат купить. Так, давай здесь ускоримся. Посмотрим. О, смотри, нормально мы проезжаем. О, нифига, смотри, зомбарь как бежал-то как, а? Быстро. Опа. И у нас еще немножко даже бензика есть. Ну все, у нас бензик закончился. Ладно. Вот, смотри, видишь, как мы куда доехали хорошо. Все. На этом же месте, в принципе, остановились. Что использовали мы, что не использовали. Ага, что же использовать, что ж купить-то? Давай купим нам этот топливный бак, увеличим. Вот. Теперь мы, в принципе, подольше. Подальше, то есть проедем. И побольше заработаем денег. Нормально. Давай, машинка, давай, давай. У тебя получится. Едь, едь вперед. Вот. Хорошо. Ускоряемся. Чуть-чуть осталось. Вот, хорошо. О, давай, 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 давай. Сейчас мы здесь. Слишком медленно. Давай, ускоримся. Ай, давай, давай, машиночка. Давай, еще немножко. Фига, как она смялась. И сразу же движок стал гореть. Ага. Сколько у нас денег? Ну, а денег на то, чтобы у нас только ускорителя купить. Вот, все, теперь ускоритель вообще стал дорогим. Все, будем теперь потихонечку копить, естественно, на автомат. Я хочу автомат. Опа, сейчас ускоримся здесь. Давай, 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 давай. Опа, взлетаем вверх. Вот, еще у нас ускоритель еще остался даже. У нас даже немножечко осталось ускорителя. Вот, хорошо. Хорошо. Ой, давай, давай, едь, машинка, едь. Вот, немножечко еще. Ох, нифига, смотри, как здесь опасно. Сколько? Ну давай, еще чуть-чуть проехать-то. 54 заработали. Ох, не хватает у нас вообще ни на что. Давай, едем, едем. Хотел, знаешь, что я сделать? Купить бензобачок, бензобачок расширить. Но у нас все равно не хватает денег. Сейчас мы еще подзаработаем, еще раз съездим. И заработаем и купим бензобак. Давай, машинка, ускоряйся. О, видал, этот дурачок убежал. Все, ускоритель у нас закончился, но ничего страшного. Главное, чтобы у нас не закончился бензин, который уже практически закончился, кстати. Все, едем, едем, машинка едет. Все, бензин закончился. Мы даже вообще немножко даже не проехали. А что ж такое? А что мы ничего не можем купить? Ну, давай бензобак купим. Все. Теперь мы должны... Еще и двигатель. Давай еще и купим двигатель уже. Ё-моё. Чё уже этот самый? Купим бензобак, купим двигатель, и будет нормально у нас. Да, все будет хорошо. И мы проедем очень много и очень быстро. Давай. Давай, машинка. Вот так вот. Зомбаки вот мешают. Нам нужно срочно купить пушку. Купить автомат.
Вот, едем, немножечко осталось. Хорошо. Вот здесь, о, смотри, сколько у нас. У нас еще бензика достаточно, и ускорителя еще есть. О, ускоритель закончится. Так, здесь вниз спускаемся. Аккуратненько. И чуть-чуть у нас бензика еще есть, чтобы проехать. О, все, бензин закончился, ладненько. Если у нас еще будут деньги, я еще куплю бензин. 60 тысяч нам дали. Да, тут особо ничего не разгуляешься, ничего не купишь. Давай еще поехали, погнали. Угу. Сейчас проедем еще раз. Зомбаков этих всех снесем. Вот. Нам нужно максимально побольше денег заработать. Давай, давай, наша машинка. Езжай, езжай вперед. Вот, хорошо. Сейчас попробуем раскидать тут их всех. А тот, смотри, чувак бежит, видишь, зацепился за машинку нашу и не дает нашей машинке ехать. Ах ты гад. Ох, нифига мы перевернулись, ты видел? Давай, давай. Опа, ускоритель у нас закончился. Давай, езжай вперед. О, все, здесь, в это окошко сейчас заедем. Что здесь у нас? Тут тоже бензин, смотри, сейчас закончится. Ну давай еще хотя бы немножечко проедь. Давай, 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 давай. Все, остановились. Идем в гараж. О, покупаем, естественно, бензик, едем дальше. Вот сейчас мы уже проедем достаточно далеко с бензиком. Хотя, возможно, нужно прокачивать, слушай, не бензик, а двигатель и коробку передач. Вот что самое интересное на самом деле. Что окажется в конце-то. О, видишь, этот пробежал, но все-таки зацепился. Ну и отцепился так же быстро, как и прицепился. О, давай, наша машинка, давай чуть-чуть. Зелененькая, интересная прям такая машина. У нас была и красная, у нас была и желтая. Какие только цвета, а у нас еще синий не было. Ну, скоро и синяя будет. После этой будет синий. Синяя машинка. Давай, давай, чуть-чуть. О! Едем, 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 едем. Чуть-чуть. Опа! Блин, смотри, тут врезались. Ну, еще чуть-чуть бензинчика еще есть. Немножечко. Все. Ай, давай в гараж. Что улучшим? Давай улучшим, конечно же, коробку передач. Ага, все, кончились деньги, ладненько, едем. Давай, вперед, машинка. Опля. Так, здесь можно, в принципе, немножко ускориться, вот так, хорошо. Сколько у нас здесь мощи, сколько у нас здесь силы. Вот, хорошо. Опа, нифига, все, ускорителя нету. К сожалению. О, смотри, зомбак прям зацепился и не хочет отцепляться. Давай, зомбарь, не мешай нам. Спокойно ехать, проехать здесь. Бензин еще есть, нормально, все, едем. Здесь аккуратненько вниз спускаемся. Вот, давай, давай, ускоряйся. Загорелся двигатель у нас. Ладненько. Ой, здесь вообще нам это мешает поворот. Не знаю, как потом в будущем будет, когда мы тачку вообще улучшим. О, а здесь мы не были еще. Чуть-чуть не хватило доехать. Ладно, едем, едем дальше. Сколько у нас? А, мы, смотри, мы практически доезжаем до первого бензобака. Практически немножечко нам остается доехать. Зомбари, зомбари нам не нужны. Опля, есть. Все, давай, давай, тачка. Колеса крутятся, давай быстрее. Ах ты, зомбарь, смотри, хотел. Одна башка разлетелась. А, башка летит, смотри. От зомбаря нашего. Фига. Давай, 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 да, машинка. Едь, 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 едь. Давайте ускорим. У нас же ускоритель есть, я совсем забыл. Так, здесь вниз и вперед. Во. Хорошо, что ускорителя много у нас. Ох, фига, мы наверх, смотри. Наверх повернули. Давай, давай, давай. Опа. Ох ты, смотри, этот убежал, дурачок. Давай, давай, давай. А, бензин закончился. Ладно. Еще раз, давай еще раз проедем. Давай, вперед. О, используем нашу всю мощь нашего автомобильчика. Давай, езжай, езжай, езжай. Вперед, вперед. Отлично. Так, это нам зомбаки здесь не нужны. Вот, бежит, бежит, смотри, гад. Чего ты это прыгаешь-то на нас? Надо было остановиться, чтобы ты улетел в другое место куда-нибудь. Опа, и здесь мы застряли. Не, нормально, все, едем. Едем и сбиваем этих зомбарей. Опля, есть. О, здесь надо вниз. Аккуратненько спускаемся. Все, блин, жалко, у нас ускоритель закончился. Давай, давай, давай. Не хватает мощи у нашего автомобильчика, двигателя.
Опять смотри. Опа, аккуратно здесь. Все, смотри, двигатель загорелся. А, все, бензин закончился. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать нашу серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!